ये बड़ी सुंदर पाग की बिड़िया बना दी है। ललिता की इसका नाम ही ललिता, ललिता मतलब क्या? बड़े सुंदर जो लालित है, बड़े सुंदर है। ललिता की जो कपड़ा थी वो कपड़ा रहता है, कपड़ा थी मतलब और स्वीट она Кришна носит павлинье перо Варгапеда Натаварова Пур. В этой шлоке описывается, как у Кришны павлинье перо. И почему Кришна носит это павлинье перо? И почему у Лолиты Саки в одежде есть павлинье перо? Есть секрет. Есть секрет, почему Кришна носит павлинье перо. Потому что танец павлина очень красив. Кришна говорит, Шанкара, он Натараш, он мастер всех танцев среди Шива, самый лучший среди всех танцоров. И Кришна Натавара. Кришна еще превосходит даже Шанкара. Кришна как учитель Шанкара, потому что Господь Шива, когда хотел войти в танец раса с учителем, мастером в танцах, и у него павлинье перо. Он танцует лучше всех. И вторая причина. Это почему Лолита носит павлинье перо. Имя Радарани написано на павлине, на павлине перо. И Лолита носит одежды цветом, напоминающие павлинье перо. Как будто она носит одежду и украшения, которые отражают красоту Радхарани. Третья причина, почему Кришна носит павлинье перо. Когда мы ходим на Варшане, есть место Майор Кути, где Кришна танцует как павлин. Радхарани там приняла форму девушки павлина, и вместе они танцевали. И чтобы помнить Радхарани, Кришна ставит себе на голову павлинье перо. Кришна спрашивает, почему? Почему ты лежишь на дороге, спрашивает Кришна. Тот, кто меня любит, отверг меня. Кришна взял это павлинье перо и уложил себе на голову. Даже не такие незначительные вещи, как павлинье перо, приняты Кришной. Даже эзотерический смысл в том, что даже самые незначительные вещи могут быть приняты Кришной, если предложить ему без лицемерия и двуличия. Кришна даст такой личности особое место в своем сердце. Лолита Деви украшает свое тело павлиньим пером. Особенно у Лолиты есть особое качество. Какое это? Ее отца зовут Шарада. И качество ее отца... А качество отца обычно переходит к дочери. И отца Лолиты зовут Шарада. У нее есть особое качество, она очень милостива. Если у кого-то есть хоть какое-то малейшее желание служить Матери Радхарани,
Если у кого-то есть малейшее желание служить Шримати Радхарани, Лалита Деви что она делает? Лалита Деви если кто-то рождается во Врадже, как эта девочка рождается во Врадже, и перед этой девочкой кладут много различных предметов, и Лалита Деви приносит одежду Радхарани. И если маленькая девочка прикасается к одежде Радхарани, Лалита Деви понимает, что у этой девочки есть желание стать служанкой Радхарани. И Лалита Деви смотрит на тех, у кого есть желание стать служанкой Шримати Радхарани. Шрила Бхактивинода Такур говорит, все мы под руководством Лалиты Саки в линии Шрила Бхактивинода Такура, в линии Шрила Прабхупады. Мы все находимся под руководством Лалиты Деви. И вот мы посещали Лалита Кунду.